На данный момент, в особенности во время карантина, есть конкретные цифры, которые нам показывают всплеск насилия, непосредственно бытового насилия. По данным, которые предоставлены ООН «Женщины» во время карантина, обращений на телефоны доверия, горячие линии увеличилось на 50%. К сожалению, цифры говорят о том, что идет постоянный рост именно преступлений против женщин. Да? Это насилие физическое, сексуальное, бытовое насилие. Прирост есть. И спрашивая, например, у тех же судопроизводителей, у тех же правоохранительных органов, они говорят, что да, цифры у нас увеличиваются. Возможно, женщины стали чаще заявлять об этом. Что касается непосредственно цифр, которые у нас есть подтвержденные, то до карантина насилию подвергалась каждая пятая женщина. Я могу сказать, что этот круг будет сужаться и сужаться, если несколько лет назад нам казалось, что «ой, я живу в благополучном мире, меня это не касается, да, и я буду заниматься только тем, что меня касается», то сейчас это насилие, оно становится вот прям рядом, ты можешь хоть завтра встретиться с ним лицом к лицу. Даже если мы примем самый идеальный закон о криминализации бытового насилия, об ужесточении и наказании за насилие, если он не будет работать, то зачем нам такой закон, да? И знаете, там, допустим, кто-то ратует за ужесточение наказания. Да, хорошо, наказание, оно должно быть адекватно совершенному преступлению, да? Но лишь карательными методами с насилием мы не справимся. Я собирала разные данные о том, как вы думаете, почему идет всплеск насилия. Да? То есть, допустим, правозащитники говорят о том, что, естественно, должна быть необратимость понесения наказания. То есть человек должен понести наказание, чтобы это невозможно было развести, уйти от ответственности, да? Чтобы на женщин не давили, забери заявление, ну что ж ты этому парню сейчас жизнь всю испортишь и так далее, да? Как будто бы ее жизнь не менее важна, нежели будущее этого преступника. А также это и снижение уровня образования. И вот, к сожалению, вот этот момент очень многие упускают. Когда дети сейчас заканчивают школу, университеты, кого мы получаем? Да? Людей, которые, возможно, знают там какие-то формулы, но не умеют элементарно, не знаю, посчитать налоги, да, которые он обязан платить, ничего не знает о своих правах. То есть мы получаем неграмотных в правовом и финансовом секторе людей. Хотя я считаю, что это вот очень важные вещи, потому что кто становится жертвой чаще всего того же бытового насилия? Люди зависимые, люди без образования, люди без профессии, люди, которые не могут себя обеспечить, люди, которые не знают своих прав, женщины, которые считают, что ее бить можно, потому что он ее муж, муж, который считает, что его женщина, его жена – это его собственность, и он может делать со своей женщиной, что хочет. Извините, вы не можете делать со своими детьми, со своей супругой все, что вы захотите. Это регламентировано законом. У этих людей есть права, такие же чувства, эмоции, честь, достоинства, которые защищены Конституцией. Ранние браки это можно классифицировать как гендерное насилие, потому что это союз двух людей, один из которых является несовершеннолетним, который не имеет возможности принимать решения за себя. Чаще всего в ранние браки вступают девочки. Гендерное равенство – это равный доступ к тому же образованию, к тому же здравоохранению. Они оба имеют все возможности для раскрытия своего потенциала, потому что, представляете, сколько мы теряем
может быть, уникальных женщин, профессионалов, добрых и заботливых людей, лишая девочек доступа к образованию. Потому что чаще всего, если девочка выходит замуж, если она несовершеннолетняя, значит, она ученица школы, она бросает школу, переходит там, не знаю, на вечернее образование или еще что-то. А говорить уже о каком-то высшем образовании и речи быть не может. Поэтому вот ранние браки, они тоже классифицируются как дискриминация девочек, как гендерное насилие. Люди с инвалидностями, около 50% людей опрошенных, у которых есть та или иная форма инвалидности, заявляли о том, что у них в жизни они переживают какое-то насилие вот, бытовое со стороны своих домашних. И во время карантина эта цифра увеличилась, в разы увеличилась. К сожалению, это так. То есть эти люди, они еще более ограничены в своих правах. И чаще всего оказываются заперты с теми же агрессорами, которые в отношении них совершают те или иные формы насилия в своих собственных домах. Почему я за то, чтобы в наших школах, колледжах внедряли нравственно-половое воспитание, где вот девочкам и мальчикам объясняли бы, да, что он человек в первую очередь, а потом уже он делится на пол, на там, на что-либо еще, да? А и здесь хотелось бы сказать, что когда каждый человек будет осознавать свои права, понимать, где заканчиваются его права, начинаются права другого человека, и когда мы воспитаем поколение, которое не будет совершать насилие, не будет совершать преступления, не будет нарушать закон, не потому что он боится наказания, а потому что он не хочет навредить, вот тогда в нашем обществе что-то изменится.